Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машина девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крыле девочке мать вот-вот всплеснет рукой и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц упруженных, дверь Кишинев ухоле. Кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряю друзей и подруг. Ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И чтобы мне могла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот всплеснет рукой и защемит в груди. Что, моя дорогая, обедать? О, нет, наверное, сегодня не получится, работы завал. Обещала в ресторан, прости, пожалуйста. У меня, кстати, есть идея. Если ты не можешь сходить в ресторан, ресторан может приехать к тебе. В «Панораме» начала работать доставка. Заходишь на сайт ресторана «Панорама» и выбираешь все, что ты хочешь. Я предлагаю салатик, отбивные с картофелем и флируны из лосося. В конце концов, мы же в ресторане заказываем.
да, и самое главное, совсем забыла сказать, цены-то цены какие. Ты можешь заказать, допустим, комплексный обед всего лишь от 190 рублей и комплексный ужин от 280. Что, уже привезли? Отлично, и время-то прошло всего ничего. Вкусняшечки. Твой любимый салатик. Филероны из лосося. Ты посмотри, какая красота. Ну и, конечно, стейк. О, тебе это очень понравится. Представляешь, все блюда из основного меню предлагаются со скидкой 20%. Так, подожди, у нас же еще один заказ был. Нет, моя дорогая, это я себе. Приходишь домой, уставшая с работы, пока уроки проверила, и отдохнуть хочет, а тебе еще есть готовить. Ресторан «Панорама» специально для тебя подготовил полуфабрикаты, шоковая заморозка. Приходишь домой, разогреваешь, и все, у тебя готовый ужин. А это специально для тебя, ну то есть для тех, кто не умеет готовить. Заказываешь полуфабрикат, и здесь краткое содержание рецепта. Ну вот, считай, побывали в ресторане, не выходя из офиса. Красиво, вкусно, сытно, а главное, экономит время.